Этот котяра уже целый год ходит в гости к моему сыну. Он приходит, сначала лежит на террасе, потом стучит лапой в окно, чтобы ему открыли. Вот наш Приходит, барсик, ест он уже отдыхает сейчас приготовленную после для него обеда. еду, Перед обедом он нежится немножко на поспал, на обед ковре, у него было немножко выбор из играет, 4 а блюд. потом машет Так, хвостом затравки. и уходит во У нас есть свояси. каждый И раз так разное. продолжается уже Каждый одно целый и то же год. не уважает. По-моему, ленив не в меру. Или избалован, даже лапой пошевелить не хочет. Никак не хочет. Пытается, вечно пытается порвать этот коврик. Да, после обеда вообще положено немножко переварить. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, конечно, подписывайтесь на канал и до новых встреч!